Здравствуйте. В эфире программа «О чем говорят». Всероссийский фестиваль «Созвездие мужества» подвел итоги, и победителем в Приволжье был назван Андрей Владимирович Пожидаев, начальник службы спасения Самарской области. Высшая награда в номинации «По зову сердца». Главная задача фестиваля была проста – показать настоящих героев своего времени. И вот Андрей Владимирович у нас в студии. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли. Вот как оно вообще услышать, что мальчишки должны смотреть на вас и стремиться быть похожими? Ну, конечно, приятно. Но прежде всего, это честь. Честь от всей Самарской области представить на столь высоком уровне. Очень приятно, что оценили наш труд. Мы как бы к этому стремились, но... Хотя, наверное, о наградах и не задумывались. Да, да, да. Конечно, мы не думали, что нас оценят, скажем так, на достойном таком уровне. Просто старались выполнять свою работу от души, от сердца, максимально отдаваясь в этом деле. Но в этом деле вообще по-другому нельзя. Потому что спасатель – это, прежде всего, там, пожарный спасатель – это призвание. И не всегда может быть даже оценено, скажем так, в зарплате. Но люди именно от души, как врач, доктор, педагог, да, независимо от вознаграждения какого-то. Есть профессии, без которых нельзя человеческому обществу не выжить. Он себя этому посвящает. И вы себя этому посвятили. Давайте посмотрим небольшой сюжет на эту тему про вас, про награду и про службу спасения. Коротенький, но что-то вроде визитки. Режиссеры, покажите нам, пожалуйста. Они спешат на помощь днем и ночью, без права на ошибку, рискуя и побеждая. Служба спасения Самарской области всегда там, где ее особенно ждут. На вооружении современная техника, все необходимые силы и средства. В составе команды добровольцев – профессиональные медики и спасатели. Они принимали участие в ликвидации последствий взрывов на полигоне в поселке Нагорном. А с начала военного конфликта на юго-востоке Украины отряд выезжал в ЛНР и ДНР 4 раза. Весной этого года в Луганск гуманитарным конвоем было доставлено 60 тонн муки. «По зову сердца» – их девиз и название номинации Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества». Начальник службы спасения Самарской области Андрей Пожидаев стал победителем Приволжского межрегионального этапа. Самая масштабная акция в системе МЧС России проводится уже в 7-й раз. Ее цель – показать настоящих героев своего времени. Жюри конкурса отметило высокий профессионализм команды самарских спасателей. В планах у службы расширяться, это касается и увеличения числа добровольцев, и закупки техники. Замечательно. Вот смотрите, Андрей Владимирович, вы много раз выезжали в Луганск, да? И последний раз и съемочная группа наша с вами ездила, и мы посмотрели как бы изнутри. Вот. В принципе, ведь никто не приказывал, никто не заставлял. Вот это вот то, что делается действительно по зову сердца. Да, конечно, и ребята, которые едут туда, конечно, это все добровольно. С каждым идет беседа, кто готов, тот и, скажем так, отправляется с нами в эту командировку. Вот мы очень рады, что нас поддерживает в этом правительство Самарской области, Волжское казачье общество в этом принимает участие, население, там, сборы гуманитарного груза, предприниматели, которые просто помогают там, машину подготовить к дальнему рейсу. Ну, люди отзываются. Насколько я знаю, собираетесь туда еще раз, да еще и везти что-то такое позарез необходимое, не только продукты, да? Да. Сюда, в Самарскую область, к нам в гости приезжал первый заместитель министра МЧС Луганской Народной Республики. Мы с ним посмотрели гусеничный пожарный манипулятор. Ну, как бы в простонародье его называют как бы пожарный танк. Там он необходим. Очень нужен. Очень актуален. Да, здесь, конечно, по асфальту он ездить не может. А там, ну, где-то дороги плохие. Ну, и охрана пожарных нефтяных резервуаров. Он там очень актуален. Поэтому... мы его торжественно туда доставим, там его ждут. Ну, это помощь, помощь существенная. И Самарская область вообще принимает очень активное в этом участие. Участие, конечно, да. Конечно. Потому что у нас создан, как бы получается, полностью полноценный собственный конвой. Угу. Вот. И еще хотел сказать по поводу награды. Все-таки в моем лице наградили, но это не совсем моя заслуга. Это заслуга всей команды, всего это всей службы. Да, просто... всей службы. Да, скажем так, лицо, которое наградили. Потому что люди, которые от всего сердца принимают в этом участие, они и есть силы. Скажем так, и дают силы. Встречали это здесь все равно на ура. И вот.
заслуженный на самом деле. И родные, и близкие наверняка тоже и гордятся. И вами, и вашими товарищами. Вот в принципе, смотрите, добровольные изначально даже, по-моему, позиционировались как пожарная команда. Да? Ну, да. Но с очень широким спектром деятельности. Да, в нашей службе есть как профессиональные спасатели, вот, так и добровольные. То есть, добровольный – это любой житель Самарской области, которому есть 18 лет, прошел медкомиссию, да, армейскую подготовку, да, он может вступить к нам в добровольцы и принимать участие, ну, пройти обучение, получить обмундирование, застраховаться, пройти определенные там юридические формальности, скажем так, и принимать участие. Угу. Вот. Конечно, такие люди тоже нужны в помощь, но опора, конечно, это профессионалы. У нас есть техника, которая предусмотрена для ликвидации крупных ДТП. Вот сейчас зима, гололед, снегопады, когда большие. Крупные ДТП – это с участием там, большегрузного транспорта, автобусы. То у нас для этого всего есть вот специфическая техника, которая может... Все равно спешите на помощь по-любому. Да, конечно, вот конечно. Смотрите, пожары, автомобильные аварии, катастрофы, конечно, как можно меньше, чтобы всего этого было. А что еще? У нас есть допуски на сбор разлива нефти, нефтепродуктов, вот, и газоспасательная служба. То есть спектр у нас широкий. Здесь вот сейчас вспоминали взрывы тогда, когда склады у нас напугали всю область Чапаевске и всю страну. Насколько я понял, вы тогда тоже принимали активное участие. Да, 6 единиц техники у нас туда уехало сразу. Это автоцистерн у нас только там было 6. Ну и еще аварийно-спасательные автомобили. Пожарный танк там принимал участие, у которого вышел из строя правый фракцион. Именно наши сотрудники починили его. И он отправился дальше выполнять свою боевую задачу. У нас там работал автобус. Мы встречали саперов с Москвы. Столичных уже коллег. Да, 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 да. Предоставляли им транспорт, обеспечивали их здесь как бы пребывание. Ну, в полном взаимодействии. Скажем так, оценены мэром Чапаевска, награждены наши сотрудники, и я лично. Ну, как только произошел взрыв, мы сразу отправились. Ага. Вот вообще привычка рисковать. Я где-то читал, не знаю, так это или нет, что в детстве мечтали стать автогонщиком. Да. Да. Я занимался в юношеской автошколе. Здесь у нас в Самарской. Там была спортивная группа. Она и сейчас есть. Я там занимался. Ну и в дальнейшем, конечно, мечтал быть автогонщиком. Но сейчас у меня четверо детей. И, конечно, риск я иду, но он у спасателя риск меньше. Ну, скажем так, я хочу сказать, что он другой, разумный. Я рад, да, что, может быть, в молодости что-то не напортачил. А сейчас я рискую, но, скажем так, все взвешивая. И к этому одно дело и просто, остальных людей. Когда в болиде мчишься за каким-то чемпионским титулом, а совсем другое, когда рискуешь, спасая человеческую жизнь. Да, да, да. Вот. Это разные чаши весов. Да. Соглашусь, конечно, да. Вообще, вот чем только не занимаетесь, вот мы начали говорить, да, смотрите, ну, понятно, гуманитарные грузы в Луганск, понятно, что пожары, хотя бывают совершенно разные ситуации, пожары, да, разной степени сложности, автомобильные, да, какие-то аварии сложные, да, разливы нефти, что еще, человеческие какие-то вот сложные ситуации. Когда мы же смотрим иногда по фильмам или читаем в газетах, кто-то оказался в нелицеприятной ситуации. Точно так же вы выезжаете, там запертая дверь, там кто-то на крыше, я не знаю, в дымоходе застрял. Ну, мы часть системы, часть не только системы. Мы выезжаем. Ага. Да, то есть, это все зависит от того, на каком это участке произошло, в каком городе, кто, где-то мы в помощь, кто-то первый приехал там. Но мы, конечно, часть системы, мы в этом во всем принимаем участие. В том числе, конечно, и в таких случаях. В таких ситуациях. Есть какие-то, вот, ну, что сразу, обычно как с друзьями встречающихся, вспоминаешь, говорят, а вот расскажи. И говорят, да, есть всегда несколько таких историй, которые они всегда здесь и здесь. Ну, проезжали на неслужебном автомобиле, ну, скажем так, служебный, но не оперативный автомобиль. И так как рация была включена, по одному адресу женщина пыталась покончить жизнь самоубийством, а мы проезжали мимо. И понимая, что пройдет какое-то время, пока подъедет группа, мы туда сразу свернули вместе с моим заместителем. Инструменты с собой
сложного, тяжелого не было, но, скажем так, повезло. У соседей были ключи. Мы открыли железную дверь, а женщина пыталась повеситься на веревках бельевых в ванной. Ну, вот уже как бы эту дверь мы сломали, ее, скажем так, освободили. Веревки уже начали тоненькие резать горло. Ну, вовремя оказались, скажем так, пришли на помощь, сориентировались. Вот несмотря на то, что мы, скажем так, ехали по административным вопросам, да, но из-за того, что ты внутренне готов, подготовлен. К любой ситуации. Да. Ну, конечно, это совпадение, что мы проезжали мимо этого адреса. Но тем не менее. Да. Вот. Ну, буквально там через 5 минут уже подъехала и скорая помощь, и спасатели. Там с управления гражданской обороны подъехали спасатели. Ну, вот. Передали девушку. Да, ну, женщина. Вот там, да, сложная ситуация. Что-то с сыном случилось. У нее обнаруживали какое-то раковое заболевание. Ну, все вот сложилось так. Угу. Вот. Ну, тем не менее. Хорошо. Кто-то рассказывал даже, не только людей, животных с деревьев тоже приходится. Казалось бы, вроде бы мелочь, да, но тем не менее. Ну, это, конечно, крайние ситуации по поводу животных, потому что звонков огромное количество, да, и мы все-таки призваны прежде всего это помогать людям, но мы стараемся, скажем так, куда-то это направить, потому что есть волонтеры, есть любители животных там, то есть мы как-то к ним направляем. В крайних ситуациях, да, мы вытаскивали, там было, что между бетонных там блоков щенок застрял, в детском саду, например, дети смотрят, как, ну, может погибнуть. Ну, вот в таких ситуациях мы, конечно, скажем так, выезжаем. В огонь, вот классический вопрос всегда, да, потому что многие люди же боятся огня, поэтому люди, которые идут в пожарные, да, это особая категория, это человек, который не боится пламени. Ну, я скажу вам так, что бояться нужно, то есть он должен быть разумный, ты должен с уважением относиться, это стихия. Она, скажем так, не подконтрольна тебе. Ее можно как-то только обуздать. Поэтому, если ты не боишься, то ты будешь действовать неразумно. Да. Нет. Просто есть внутреннее, как бы, что ты можешь это делать. Ты идешь и действуешь. Но, конечно, соответствующая должна быть подготовка, обмундирование и все остальное. Все должно быть хладнокровно, скажем так. Это потом можно пошутить. Там анекдот какой-то, там еще что-то, разрядить обстановку. Но действия должны быть хладнокровные и... Горячее сердце, холодная голова. Ну, хотя про других людей говорили, но тем не менее подходит хорошо. Подсказка, время подошло к концу. Удачи вам во всей вашей сложной, опасной работе. Понимаю, готовятся очередные отправки на Украину, вот в Луганского собрались. Я понимаю, что обросли там уже друзьями и поддерживаете тесную связь. Им приветы большие от Самарской области. И вам удачи, и вашим коллегам удачи, удачи, еще раз удачи. Спасибо за то, что вы есть. Спасибо. Спасибо. Я единственное, хотелось бы напомнить, программа «О чем говорят» теперь и в эфире Самарского губернского радио, так что не получилось посмотреть. Всегда можете услышать радиоверсию беседы в 21.00. Вам еще раз большое спасибо. До свидания. До свидания.